сзади. Воистину воскресе!
as it comes. Проходим, проходим, по лево, по право. Женщины, сюда, мужчины. По правую, по левую, по левой, но проходим. Thank you.
Церковь прославляет Христа воскресшего. А Его святое воскресение написали святые апостолы и евангелисты. Многие они из них были свидетелями явления воскресшего Спасителя. Мы же ныне являемся свидетелями церковного предания. Мы есть церковь, община веры. Нам в центре нашей жизни, в центре нашей веры никогда утверждение, что Христос воистину воскрес. Явившись о своем трехдневном погребении во гробе многим и явив славу Божественную. Дорогой Владыка, в этот праздничный светлый день позвольте ты мне всего духовенства всех прихожан Владивостокской епархии поздравить вас с праздником Святой Пасхи Христовой и пожелать, чтобы в дни этой Пасхи мы черпали все больше и больше обильных благ Господних в несении ваших нелегких архипастерских трудов. Пусть Господь хранит вас в ваших трудах многое-многое лето. Примите от нас праздничным ответом. С радостью пасхальной посещает сердце каждого
верующего человека день святой Пасха. Но мы знаем из Евангелия, что не было с ними одного ученика, апостола Павлы, который оскорбился, когда узнал, что Господь явился всем ученикам, а его не было с ними. И он сказал, что пока он не может пальцы свои язвы на теле Господа, оставшиеся от гвоздей, и пока сам не осяжет тело воскресшего Господа, он не поверит. Но мы с вами отличаемся от апостола Павлы даже не тем, что мы не видели Господа, но обрели веру, а мы отличаемся от Него тем, что именно к нам обращены слова Христа Спасителя, когда Он уже вновь явился апостолом и прежде всего обратился к Павле, предлагая осязать Его тело и вложить пальцы в Его раны, говоря о том, что ты, Фома, увидел мою веру, но блаженны не видевшие, но верующие. Вот эти слова пришли к нам. Мы с вами действительно живем спустя 2000 лет после святой жизни Господа. Мы не слышали Иисуса Христа Спасителя, Его наставления, не были свидетелями Его чудес многочисленных. Но мы обрели веру. Именно вера нас приводит в наши храмы. Именно вера нас побуждает следовать за Господом, исполняя Его заповеди и проводя жизнь действительно христианскую в соответствии с Его божественной правдой. Именно эта вера сподвигает нас и совершать крестные ходы, и прославлять Господа преснамением, и особенно служить Ему через совершение добрых дел, которые мы простираем к нашим ближним и дальним. И действительно на нас исполняются тогда слова Господа. Блаженны, то есть счастливы, те, кто не видел новую веру. Действительно, каждый верующий человек счастлив, потому что то неисчерпаемое чудо, которое происходит в душе этого человека, верующего Бога, несравнимо с той жизнью, которая лишена вот этого духовного измерения. И та радость пасхальная, которая посвящает наши с вами сердца, она заставляет нас обрить и скорби, и невзгоды, и болезни, и недуги, и все то сложное, драматическое, тяжелое, что происходит в наше непростое время, и на рубежах нашего Отечества и в целом во всем мире. Все это остается в нашей с вами земле жизни, но пасхальная радость нас над этим всем возвышает и дает силы двигаться дальше, неся свой собственный крест, служа Отечеству, трудясь во славу Божию. Пусть будет так и впредь, дорогие братья и сестры. Пусть Господь воскресший тридневный сгроб укрепляет нас, каждого на своем пути, пусть благословляет наши дома и семьи, и пусть эта пасхальная радость будет длиться не только 40 дней празднования Святой Пасхи, но пусть она всегда, как некий огонек радости о воскресении Христовом, живет внутри нас, помогая нам в служении Господу. И пусть воскресший тридневный гроб, Господь Жизнодавец, поможет каждому из нас, откликнется на наши молитвы, и Его божественная сила, Его божественная слава будет жить в нашей с вами жизни. Я еще раз сердечно всех вас поздравляю с великим праздником Светлого Христового Воскресения. Благодарю вас за ваши святые молитвы, за то, что вы, несмотря на, может быть, усталость, несмотря на не совсем располагающую погоду, сегодня в Раде Божьем, сегодня приняли участие в крестном ходе. Пусть Господь в ответ на вашу любовь к Нему благословит вас миром, благоденствием, добрым здравием и, конечно же, пасхальной радостью. Еще раз всех вас сердечно поздравляю с праздником Святой Пасхи. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Видите, как наши детки мало ли радуются о воскресении Христовом. Сегодня многие из них были, значит, на богослужении, мы были с собой в других храмах. Но, тем не менее, они полны энергии, потому что безгрешны, потому что еще... Я
Христе действовал в пути, который заключается во взрослых. Поэтому будем подражать пасхальным ликованием нашим малым чадам церковным. Я хотел бы, Владыка, дорогой вас, поблагодарить за слова поздравления, за добрые пожелания и за те цветы, которые мне преподнесли, всех наших отцов, матушек и кумени, монашествующих, военнослужащих, казаков, конечно же, представителей власти, всех вас, дорогие братья и сестры, благодарю за ваши святые молитвы, Бог благодарю за пение, и пусть Господь воскресший помогает нам с вами во всех наших делах добрых и во всех наших подарках. Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, позвольте отца клириков Преображенского собора, от лица духовенства нашей епархии принести вам эту корзину цветов и поздравить с торжественным праздником, праздником торжества и с торжеством Христовой Пасхи. Владыка, хочется пожелать вам, как нашему праздничному Кириллу, Господь, чтобы воскресший Господь хранил вас в добром здравии, чтобы Господь укреплял ваши силы, силы телесные, силы духовные, чтобы Господь поддерживал, помогал всем вашим делам, которые вы совершаете, как Марфи Пасхи на себе приросли. Владыка, с искренней любовью воскресший Господь, приведите эти скромные цветы в
воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Даже не знаю.